Медицинская межрегиональная конференция «Мединхаб», организованная Минздравом Хабаровского края, проходила 15-16 сентября в Хабаровске. Ее название – «Сложные решения в клинической практике. Диагностика, терапия, реабилитация». Конференция проходит под эгидой Российского научно-медицинского общества терапевтов и затрагивает все важнейшие вопросы, которые волнуют в первую очередь врачей первичного звена. И есть некоторые специальные вопросы, которым тоже посвящено достаточно внимания. На конференции мы представляем новые клинические рекомендации, как с ними обращаться, как с ними жить. Наверное, это основная задача конференции – ознакомить врачей с современными достижениями. В начале конференции прошло награждение почетными грамотами Российского научно-медицинского общества терапевтов тех, кто принимал активное участие в работе регионального отделения общества. И среди награжденных были молодые ученые и студенты. А одна из актуальных дискуссионных тем конференции – поражение легких при новой коронавирусной инфекции. Я думаю, что, конечно, будет принято определенные сделать выводы, определенные решения, посвященные, опять же, направлены на раннюю диагностику, выявление заболеваний, которые связаны, собственно говоря, конечно, с ковидной инфекцией. Потому что, безусловно, уже 2,5 года, как мы живем с этим заболеванием, и оно, конечно, сделало так, что внесло другие заболевания, появились новые болезни. Другая важная тема, обсуждавшаяся на конференции – проблемные инфекции в стационаре, антибиотикорезистентность. Совершенно очевидно, что проблема актуальна. Уверен, что по итогам конференции будет принято решение, которое будет связано с более эффективным использованием антибиотиков в клинической практике. Второй день конференции был посвящен вопросам организации здравоохранения, в частности, эффективной организации скринингов и дистанционных консультаций. Для нас очень важно, чтобы специалисты получили новые знания и применяли их на практике. Конечно же, это и возможность внедрения новых технологий и демонстрация тех технологий, которые сейчас успешно внедрены в Хабаровском крае. Конференция «Мединхаб» проходила в гибридном формате. Очно в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения Минздрава Хабаровского края и онлайн на отдельном канале вещания «1 Мед ТВ».